Если стол ломится от угощений, значит, пришел Кер-Сари. Национальный чувашский праздник, который отмечается ежегодно, собирает друзей, родственников и близких. Кер-Сари в переводе на русский – осеннее пиво. И именно этот напиток во главе стола. К нему подают огромное количество национальных блюд, которые готовят из продуктов, собранных на собственных участках. Если я встречаю гостей, то я обязательно буду готовить баранью голову. И встречаю гостей в первый день праздника бараньей головой. Это символ нашего праздника – Кер-Сари. А потом я начинаю уже сотворять то, что есть из барана. То есть пирожки начиняю мясом, курнички начинаю делать. Потом я начинаю фаршировать такое блюдо, которое называется шартан. Обрядовый праздник Кер-Сари имеет много региональных названий. Автан-Яшки, Кер-Сурти, Автан-Сари, Чуклиме. Но суть одна – благодарение за новый урожай и моление за будущее обильный. Трудовые будни миновали, чуваши начинают праздновать и готовиться к следующему сезону. Начинают выпекать из муки нового урожая, выпекают разную выпечку, варят пиво из нового хмеля. И показывают этим, что вот урожай собран, начинается как будто бы новая жизнь, значит, начинаются осенние посиделки после этого, и начинаются, естественно, чувашские свадьбы. За 26 лет с момента проведения первого фестиваля осеннее торжество стало настоящей визитной карточкой региона. Каждый год в ноябре художественные коллективы области собираются в Доме дружбы народов на традиционный фольклорный фестиваль. Важность фольклорного фестиваля заключается в том, что сохраняются традиции. Ведь Кер-Сари – это праздник осеннего урожая. Это выставки, это яркие выступления на сцене. Это обмен опытом, это сохранение языка, культуры и традиций. Кроме большого застолья, празднование сопровождается концертом народного творчества. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.